Всем привет! Хочу вам сказать о гейнере Airline Sport Nutritions. Вес 4 килограмма упаковки, то есть ведерко такое вот. Цена 2500 рублей у нас в магазине в Новосибирске. Есть с креатином то же самое примерно, но с креатином. Не знаю, почему дешевле на 150. Ну вот так вот у них. Состав вы сами видите тут. 70 углеводов на 100 грамм. 30 калорий тут 416. БСА тут даже у них есть. 8 грамм на 100 грамм. Так. Ну, содержание вот, смотрите у нас. Получается 20 грамм белка у нас. А это сывороточным идет. И 10 грамм идет соевым изолятом. Получается тут белком на 100 грамм 20 грамм идет сыворотка, а 10 грамм идет уже соевым изолятом, то есть соя. Тут у нас составчик какой-то сейчас сфокусируется, вот сфокусировалось. Можете на паузу нажать, прочитать, если вам интересно более подробно. Но у меня ничего не дал толком этот состав. Напишут 40 порций, но для меня это вышло больше, чем 40 порций. Объясню почему. Я его использовал как вкусовое качество добавлял в соевый изолят. Я купил мешок 20 килограмм соевого изолята, и я добавлял один к одному соевый изолят и вот этот гейнер, чтобы был бы вкус повкуснее и более аппетитный. Вот у меня тут мешок, покажу. Вот соевый изолят у нас. Вот. Видите, тут 90% белка содержания, фирма вот Шансун. Килограмм 190 рублей примерно стоит. Там по курсу рубля у них цена. Приезжайте просто на машине и забирайте мешок, платите там сам примерно где-то 3 800 4 тысячи рублей. Внутри, видите, вот у меня уже половину осталось, половину я уже скушал. У меня там половник, половником нагружаю бутылку, допустим, в баночку. Вот сейчас покажу. Вот такую баночку, вот видите, вот у меня баночка есть пустая была, таких баночек у меня куча, просто сюда высыпаю, вот видно, да, и потом когда надо, добавляю там в шейкер одну ложку вот этого соевого изолята, и вот отсюда, видите, уже заканчивается он у меня тут, допустим, ложку вот этого, вот таким черпачком тоже беру, а это просто чтобы была. Ну, видите, заканчивается уже. Видите, уже заканчивается. Запах у него очень приятный. Вкус шоколадный. Как гейнер пить его можно. Ну, достаточно хорошо усваивается, я думаю. По крайней мере, жидкого стула никогда от него не было. И как бы сказать, что он какой-то плохого качества, не могу. Только положительные эмоции. Ну, сегодня я уже другой купил себе гейнер. Потом про него расскажу, когда весь выпью его. Для экспериментов я постоянно меняю гейнеры разные. Вот. И гейнеры я покупаю именно, чтобы мешать вот именно соевым изолятом. Ну, так чисто я не пью сами гейнеры, чтобы, допустим, массу набирать. Я больше работаю, чтобы рельеф был. Пока у меня это плохо получается. Ну, стараюсь. Так что Airline, если вы хотите вес набирать, можете покупать. Он неплохой гейнер. Цена получается 625 рублей. За килограмм вот этого гейнера, когда можно купить, к примеру, подешевле. Ну, то вы там в магазинах поищите, где-то подешевле можно за гейнер заплатить. Сумму можно примерно вложиться в рублей в 500-550 за килограмм гейнера. Вот. И тут чисто галимого сахара нету, как, допустим, знаете, бывает, купишь какой-нибудь недорогой гейнер, и там прям чувствуется сахар. Тут такого нет. Тут, если сладко, то не так прям концентрированный сахар, не так много. Сейчас мы почитаем про сахар, что тут пишут. Концентрат белка молочной сыворотки, полученный методом соевый изолят, фруктоза. Это то же самое, что сахар, только дороже выходит. Так, кукуруза, крахмал. Так, лецитин, сухой растительный жир. Ой, растительный жир, гадость какая. Креатин написано, что есть моногидрат. Но тут почему-то не написано, что он есть. Какой же состав тут креатина? Сколько тут его? Так, не могу найти. В составе не написали, сколько тут. Вот какая дозировка, просто написано, что он здесь есть. Какая дозировка, почему-то не написано. Так.
Молния у нас, да, слышно? Короче, тут сахара только не написано, просто есть фруктоза. Сейчас я вам расскажу, как я размешу один к одному соевый изолят с этим гейнером. Вот видите, у меня тут один маленький такой черпачок. Я тут остатки из выгреб уже до этого, до съемки, да? Получается 32 грамма. Если вычитать вес ложки, то получится 22 грамма. Здесь ложка весит вот 10 грамм ровно весит. Вот, я усыпаю просто вот сюда, к примеру, да? И вот соевый изолят у меня отдельно насыпан, да, в баночку, чтобы мне в мешок не лазить. Я ложку так беру примерно. Сейчас посмотрим, сколько весит. Тоже где-то 22 грамма получается. Тоже сюда высыпаю. Тупо закрываю. И смешиваю. Новенький такой купил себе шейкер за 150 рублей. Кайфовый. Легкий, маленький такой, компактный. Сейчас мы посмотрим, как он размешается. Видите, тут уже плоховато чуть-чуть размешается. Ну, вроде можем. Все, сейчас мы посмотрим. Да, нормально размешался. Ну, все, можно пить такой. Вот если без вот этого гейнера, то вкус вообще отвратительный. До тошноты пить невозможно. Только с молоком или с гейнером мешать. Что тут у нас еще можно рассказать? А, ну, сколько получается? Получается, если один к одному мешать, то получается того 22 грамма и того. 22 грамма, получается 18 грамм соевого изолята, получается, в белке получается, да? И здесь у нас 100 грамм, вот белок, 30 грамм, да? 6 грамм с гейнером у нас получается белка. Вот, получается 18 плюс 6, получается 24 грамм белка вот в такой вот порции. И замечу, что цена вот этого вот белка очень дешевая, потому что выходит у меня 190 рублей килограмм соевого изолята. И как бы дешево белок получается. Потому что у нас сейчас, как знаете, сами цены поднялись на все. И надо более-менее экономить, чтобы на что-то на другое потратить можно было деньги. Ну вот, все про него рассказал. Так что если вам нравится вес набирать и жирок, и просто массу, то можете брать его. Ну все, всем спасибо за просмотр. До свидания.